Всем привет, с вами я, Александр Сачков, и сегодня я играю в Quest Go. И сегодня вот я попробую поиграть с моим другом, с одним. Я буду играть с M4A1 DSLS Space. Вот он такой красивый, кто его еще не видел. Его я выбил из прошлого кейса, кто не знает. В общем, выглядит он как-то так. Ого, сложил бомбу, круто. Прикольно. Так, а где он? Играю я с ним без щитов. То есть, как он? Ого! Да ладно, я его хедшот убил. Так, бомба. Разминируем. Присядем. Да, настоящий минер. Так. Итак, мы победили как бы. Вообще, я решил сегодня снять видео про то, что как я вообще издеваюсь над другом. В этом видео я вам покажу, как я вообще убиваю его. Он меня просил, чтобы я не выкладывал это видео. Но я все-таки выложу, наверное. Итак, проходим здесь. Давайте помедленненько. Хотя ладно, что это, медленно, не медленно. Все равно как бы. Все равно я его убью. Так, правила такие на сервере на этом. Не используют читы. Мы такие правила сделали. Это собственно наш сервер, то есть его нет еще на бас сервере, но как бы с него мы можем играть. Так, где интересно он мог поставить бомбу? Вот вопрос. Вот вопрос, конечно же. Так, ладно. Ой-ой-ой. Так. Это было очень-очень опасно, конечно. Так. Прицелимся. И такой. О! Попал! Блин! Бомба! Ребят, не успею же. Давайте его сейчас с ножа убьем. Давай! О, убил его с ножа, круто! Блин, это что такое? Это. Давай! Я разминирую, ребят! Вы что, не верите? Ха. Я просто профессионал. Он сидел с вами с ножом тоже. И с всеми, с обычным. Не знаю, почему он такой поставил. Скин. Вообще у него должен быть, как у меня, желтенький такой. Я ему одну штуку подарил. Ладно. Так. Троллинг друга продолжается и. Так. Он почему-то постоянно ставит на Б. Почему-то ему не нравится А. Так. Так, где он может быть? Интересно. Если он сейчас выбежит отсюда, это вообще будет. Конечно, круто. Так, здесь его нету. Где же он мог поставить бомбу? Так. Так, опять вернулся я на Б. На Б его нету, блин, надо на А бежать. Не зря он что-то там медленно все делает. Так. Ой, я что-то запутал. С этой картой. Не могу понять, куда идти. Ого! Вышел, а я его хедшот убил. Так, А. А где? А. Буква А. Она должна быть где-то здесь, бомба! Я ее нашел. Карта какая-то заглюченная, видите, текстурки у нее не очень крутые. Но все равно это CS GO, так что, ребят, это очень даже круто. Так, я обезвредил бомбу и давайте продолжим. Так, почему-то вы меня полностью не видите. Сколько у меня хп, сколько чего, ну ладно. Просто я такое расширение сделал. Ну ладно. Так, у меня почему-то постоянно стала слетать игра по... Ого! Я его вижу. Ого! Так. Ребят, не знаю, люблю кучу, но меня он не ранил даже. Так. Ладно. Так. Я не знаю, потому что что за глюки, что не за глюки, я не знаю. Правда, ребят. Ну хотя он у меня брони взял. Я вам в следующем видео покажу всякие разные штуки интересные, которые помогут вам в игре, типа бомбы, которые видят игроков, там всякие разные АК-47, которые вообще без отдачи. Ну, короче, это все очень интересно, это будет в следующем видео, а сейчас смотрите, как я играю здесь с другом. Так, бежим сюда. Интересно, где он? Какой у меня красивый нос. Блин, как бы не пропустить его. Так. Вообще мы хотели с ним по скайпу поговорить, но я что-то не захотел поговорить. Так, куда он поставить бомбу?
Ладно. Так. Точно не на бай? Нет, точно не на бай. Ребят, я не успею. Вот не поверите, я на А не успею уже. Я только там пробегал уже недавно. 4 использовать нельзя, поэтому я не знаю, что я буду делать сейчас. Побегу, наверное. Я должен успеть. Не, ну он по-любому там сидит, так что, ребят, я как бы пробежал немного. Так. Вот. О, господи. Ого! Охренеть. И мальчик такой, с рыбой. Не знаю. Вот нажимаю эти кнопки специальные, о них я вам не расскажу. Так как они специальные для бессмертия. То есть они работают на всех серверах, но я о них потом не расскажу, это секрет Нубаса. Поэтому, ребят, играйте без бессмертия. То есть это как бы не командный код, это сочетание клавиш, можно сказать. Ну, в общем, это все очень интересно, ребят, правда. Не поверите, но это правда. То есть там можно ставить бесконечные патроны с сочетанием клавиш. Типа как бинды, но как уже они сделаны в квесте уже сначала. То есть не надо забиндивать. Работают они на всех серверах. То есть как бы за них даже не банят. На, его нет. Ну я не успею, короче, туда. Что же говорить. Так. Вот вам секрет Нубаса. Не знаю, вы скажете то, что я читер, но я бы сказал, что я кодер. Я пользуюсь кодами. Ну, точнее, я бы сказал сочетанием клавиш. Так, сейчас взорвется. Я уже не спею. О, хочу, я уже не спею, ребят. Что бомба будет. Я хотя бы его убил. Ну да. Ну ладно. Так, ладно. Пока что я все равно побеждаю. Так как мой друг тоже профессионал, то... Ну ладно. Пусть он и профессионал, но все равно ну, меня не победить, потому что я круче профессионал, чем он. Ну где он может сидеть, я даже уже не знаю. Пойду там. Или там пойти. Что, выпрыгнет откуда-нибудь? Блин. Так, где он может быть? Вот интересно. Где может спрятаться такой же, как я? Ну, почти такой же. Так. Вот сюда пойдем. Ну, точно на, я могу сказать. Ну, не точно, но... Так, могу сказать. Блин, вот это вот мне не нравится. Вот это реально очень, конечно, не круто. Потому что если они сейчас победят опять... Надо было за террористов играть, конечно. Ладно, давайте. Сейчас, если выиграю раунд, то поменяю оружие. Но вообще, оружие очень крутое, хоть на него нет глушителя, но все равно... Ого, это опасно, ребят! Я разминирую! Разминирую, я успею! Я успею! Броня, защищай меня! Где он? Ес, хедшот, ребята, хедшот, я его победил. Супер! Счет, как вы знаете, уже такой. Крутой, давайте посмотрим, что у нас еще есть здесь. Кейсера, да. Давайте попробуем АВП-шкой его убить. Из гранат давайте возьму ложную гранату и просто осколки. Ну я и сам пользоваться не буду. Как бы. Так. Почему-то он постоянно знает, куда я бегу. Вот он не знаю, не читерит вроде. А все равно кажется то, что он как будто читер. Потому что даже если я сейчас здесь где-нибудь стою, то есть, смотрите, я его обманул. Он подумает, что я побежал опять на А я вернулся на Б. Так, вот. Вам АВП-шка кто не видел? Сейчас еще покажу, вот. Смотрите. Ну, если он не на этой хрени, ну, короче, ладно. Добудем. Побегу с ножом, потому что так быстрее, можно сказать, он бегает. Так, кто еще не знал, это такая тактика. Потому что с ножом, так как он легче всего, поэтому бегать с ним проще, чем с АВП-шкой или с револьвером.
Видите? То есть вот. Вот я бегаю с ВП, а вот я бегаю с этой штукой. Давай. Где? Бомба! Разминируй! Ты что не кладешь? Давай, 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 давай! Нет! Даже не порадовали. Что это было? Взял сам. Нет его? Ладно, давайте до 10. Поделал. Поиграем, если, конечно, успеем. Вот у нас как бы еще время есть. Я просто вот стреляю из этого оружия просто как профессионал. Из Фобоса. Хоть и тот, который у меня был, и Азимов, и Dragon Lore АВП. Тоже очень крутые оружия, но с гамма-кейсом, конечно, выпадает. Ого! На тебе хрен! Ой-ой-ой! Опасно, опасно, ребята, опасно. Я должен. Я просто должен попасть в него. Хотя, ребята, я усложню задачу. Я сейчас буду стрелять без прицела. Блин, извиняюсь. Он тебя стрелится. Право, блин, а! Как так? Ладно. Как бы. Один раз проиграли, но ладно. Давайте аугом его убьем до конца уже. И все, потому что у нас осталось где-то 3 минуты. И все. Так. Так. Стой. А я проще сделаю. Знаете? Так. Прям к нему побегу. Ех! Я просто профессионал, ребят, я его убил ножом. Он мне кинул гранату, я его так убил. Охренеть просто, ребят. Профессионал вообще? Конечно, нет. Хотелось бы так же сделать. Сейчас повторю, если смогу. Потому что я не понимаю, как он делает. Побыстрее побегу. С Dragon Lore'ом моим. То есть с ножом Lore'ом. M9 Lore. Так, ладно. Так, где он может быть? Так, если он не здесь, то где он может быть? Зачем-то я опять там побежал, ну ладно. Как бы. Все равно как бы. Ого! Наконец-то он заложил бум. Опять. Так. Так. Ого, я его увидел. Нет, это был не он. Я думал, это он. Так, ладно. Ну чё, я уже не успею, чё? Чё мне тут бежать-то? Вот смотрите, я бегу, сейчас он, она уже взорвётся. Нет, не взорвётся. Сейчас смотрите, я разминирую. Разминирую, окей. Успел, успел, бежал. И давай его. Давай, 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 давай. Оу. Yes, я его убил ножом. Вот тебе. О, супер вообще. Ну ладно, ребят, минута осталась. Успею еще. Успею, ребят, за минуту все сделать. Так, ладно. Давайте попробуем все-таки из аристократа его. Так. Я вам говорю, я не читер, я не... Я как бы... я не кодер, можно сказать. Просто так бессмертие получается сочетание клавиш Heavy Few. Если нажать эти клавиши, то получится очень даже крутое, можно сказать. Ого! Ребят, это просто палево было. Тихо, тихо. Он не знает, он думает, то, что я иду на А. Тихо, 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 тихо. Подкрадываемся. И вот вам напоследок под видео. Стоп, а где он? Так, смотрите, смотрите. Вот тебе! Вот тебя, вроде спины не убил, у меня успел заметить, потому что я ему только 50 хп взял, ну ладно. Так, ладно, все. Как бы, победимся. Победил я, короче, ребят. Это супер. Конечно. Ну что ж, ребят, что же я могу сказать? Всем привет от Гендона, это мой друг. У него тоже есть канал, но у него только 18 подписчиков на канале. У него все там... где-то 10 видео. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео. Ну и в общем, всем пока.